какие-нибудь антиеврейские акции, погромы до того, как было образовано гетто, были у вас? Вот же отца убили. Вот это были погромы. Это было до того, как образовано гетто? Да, до того. Подробности вы помните, можете рассказать? Как организовалось? Или как? Подробности, как это происходило. Как убили отца? Да, эти погромы. Вот карательный отряд приехал. Добрали. Это было в какое время? Вот в начале июня. Вот как только война началась, в конце июня. Вот в конце июня карательный отряд наехал в это самое местечко, да, и забрали всех мужчин, евреев, мужчин только. Вот. И карательные эти немцы, отряд, ходили с полицейскими. И полицейский указывал, вот кто по национальности, кто он такой. Во дворе, на своем дворе, в большом доме, где потом разместилось это гетто, хозяин вышел с этого дома и пошел в дом себе своего сада. И они думали, что он удирает. И вот на ходу его расстреляли, этого хозяина, мужика. А этих всех взяли в машину, в том числе и моего отца. И увезли в деревню Симоновичи есть. Прямо на дороге, на центральной дороге, как ехать на Слуцк. И там их сжигали, расстреливали и сжигали. Это организаторы были фашисты? Организаторы были полицейские и эсэсовцы, каратели. Карательные войска СС? Да.